на поезд. Короче, чтобы понимали, он заказал бутерброд за сколько? 180 рублей. 180 рублей. Мы в ожидании. Нам приносит вот это. Короче, на улице ебун. Мы стоим, ждем, пока откроется столовая, потому что все закрыто в этом городе. Ну, хотя, как и в нормальном городе, время всего лишь 8 часов, еще 8 нет. Стоим, ждем, чтобы вы понимали. На углу улицы никого нет почти. Давайте, девочки, поделитесь с нами проблемой. У нас нет проблем. Просто хочу уже больнироваться. Приехали мы, значит, к подруге, одной из наших подруг. А что, скучаем? Смотрите, какой вид. Только зашли. Передышка. Так, у нас вовсю заселение. Все, спасибо. И она откроется, да? Ключ. А, там ключ будет, откроется. Все. Угу. Все, все, спасибо. Угу. 12. Я уже вижу постель. Сразу постель. Заходим. Чиз. Ой, какая милость. Прикольная квартирка.
Элементы такие ретро. В общем, мы накупили много еды. Сейчас будем готовить. Нет, сейчас будет вот Настя готовить. Что она пасту будет готовить? Пасту болоньезе. Посмотрите. Алкоголя? Два пакета, правда. Доброе утро. Я тут уже себе приготовил завтрак. Такой летний. На улице солнечно, тепло. Солнце прям теплое, невероятно. Короче, сегодня мы встречаем нашего друга, который выехал вчера и приедет сегодня. С минуты на минуту. Нет, подожди, давай еще раз. Короче, сегодня мы встречаем нашего друга, который приедет с минуты на минуту. И он не должен об этом узнать. Сделаем сюрприз. И... ну и все. Потом мы едем домой и следом едем кататься по городу на каршеринге. Все? Так, встреча века. Так давно не виделись, а вы здесь какими судьбами? Да, это так. Тебя встретить решили. А вы на чем? На самокате? Поехали с людьми в этом поле. Мем рассказывай. А, ладно, я там расскажу. Такой не за камеру. Так, я, короче, ну заснул на полчаса. Потом, а я разворачиваю. Ну, я проснулся, короче. Я потому что очень чутко сплю, четко. И это, разворачивается, там уже без трусов. Но он переделал трусики. Нет, он вышел, потом сразу же. Чё? Сломали. Нитка. Встретили разные люди. Ну, напор, уехали до планеты, показывала 20 минут. Уехали полчаса. Полчаса. Я посмотрела, когда вы приехали, не полчаса, долго ехали. Берем каршеринг. Давай. Оп. Потрем пальцем. Ну что, скажешь? Поедешь? Отлично. Оп. 500 лет не водил. Вы что, гоните, что ли? Поди еще, русалочка.
Сурмова, ты где? Так, мне нужно подзарядить телефон, потому что им управлять выкладку. Блять, вон есть такой. Закончилось. У меня тоже нет. Да. Молодчинка моя, как включается? Я так думала, надо было взять ну, такой. Кто включается? Вот. Оп. Бензобак полный? Половина, нормально. Мне его посмотреть, куда ехать-то. Где навигатор? У меня в телефоне. Посмотрел, там машин нет. Ваши. Все отлично. Сдают отлично ученицы. Катаемся. Мастер парковки. Короче, приехали в монастырь, в мужской. А зачем приехали вообще сюда? Помолиться. Помолиться? Он пытается. Знакомство в Тиндере. Зовем в гости. А я уже здесь. Идем за что? За вечеринку. Никит, за нами. Галя. Да.
не удалось. Аккуратно. Ладно, всем спасибо, всем все свободны. Песня моя, я по такую никуда не поеду. Что ты где стал? Да. Летишь моя, хабибати. Мы выдвигаемся, нет? Чего? Мы выдвигаемся. Да. Будет? Писать будет. Хотим, быстрее туалет хотим. Ноль. Никого в Тиндере нет. Чё, как тебе тусовка? А? Чё, почему? Ну, типа соу-соу, такое. Какая квартира? Можно. Прошу. Ломимся в дверь. Значит, буква Ю. Дим, ну как тебе, Элтон? В Новосибирске лучше. Каким-то са***. Настюха, пока ехала, не держала, видимо. Так, ходром развернули. Поняла. Дракина приедет, покажет, оно мне надо, блядь. Те моменты, которые не войдут в влог. Никогда, никогда. Так, я все, я в ванну, мне надо линзы снять и переодеться. Все сказала? Все сказала? Тяжела, неказиста жизнь народного артиста, как говорится. А артиста кто? Мама твоя. И что? Не открываешься, блядь. Сейчас разберемся. Да. Вот так. Сначала. А что за блядь? Вот это вот сюда, значит. Девочки, у меня уже был такой диван. Чё, блядь? Ну, помогай. А как его же забрать-то? Она вон, стойка у нее есть внизу, да. Работаем, Димыч. Давай, вон, стойка внизу. Поэтому не встает. Да ты чё? Да ты чё? Девочки, я уже куритяшку хочу, не могу. Сначала... Господи. Чё за дура? Жень, помогай, вставай, хватит снимать. A few moments later. Так. А подушки где? Вот это, да? Трэш. Все. Жакина сама заправит утром свою подушку. Трэш. Так. Наличикам. Я руки-то помыл, чтобы к постельному прикасаться. Ты как сделаю? Оп. Ну это что такое? Словила белку. Вот они. И что? Да кроме чисто, да господи, зай, успокойся. Так, мне покрывало абсолютно нот. Вот так. Я как в лагере в каком-то. Вот это куда? На кого? Ладно, сделаю доброе дело, но с Карюкиной напишу заехать в Марию Рак и не доширак. Вам туалетная бумага в Новосибирске понадобится? А вот это что? Это одеяло, наверное, да? Да. А вы идете умываться? До начала шоу. Осталось. Полторы секунды. 8 секунд. Не лезет на жирная. И не казиста же народного артиста. Все же выключать. С какой кстати? Я обязан лежать Марию Ра. С какой кстати? Все же выключать. Пойду выпью. С дозу. Доброе утро. Доброе утро. Good morning. Привет.
Я смотрю, меня так все хорошо встречаете. Да, если бы не тусили, конечно. Вообще трэш, конечно. Мою. Все, good morning. Хватит спать. Время детское, вышло. У нас остался день. Моя подруга блогерша. Твои впечатления о городе? Мне нравится, в принципе, город. Здесь так все подобранные краски. Ну, вот именно старинные. Тебе что-то напоминает? Да, мне на самом деле напоминает это Санкт-Петербург. Вы живете в Новосибирске, вы не хотите тратить деньги на Санкт-Петербург, поэтому могли бы приехать в город Красноярск. Я думаю, то, что вам бы здесь очень понравилось. Я с тобой полностью согласен. Очень интересная архитектура. Они сказали. Ну как? Нравится. Нравится? В общем, у нас была увлекательная экскурсия по набережной. Мы прошли достаточно большое количество. Нам очень понравилось. А так у нас сейчас начался снег. Давай, выходи уже. Оп! Ну, лялька, лялька. Бомбовая. С такими бомбовыми дрессинами только так? Приехала. Куда едем? Мы едем в какой-то бар. Да, я не знаю адрес, просто знаю у нас, что адрес находится там на Димитрова 1. Угу. Как настроение? Мальчики, девочки. Настроение трагически оптимистическое. Ее движ? Настроение прекрасное. Бомба. Я сказала, надолго спросила. Надолго, в смысле, на один день, на два, на три, на неделю, на год. На пожизненно? Молодец. Встретимся на Новосибирске. Не дай бог, конечно. Бердске. Бердске? Бердске? Мы местные. Из Новосибирска приехали, да. И? Подожди. Подожди, он мне текст расскажет сейчас. И весь сценарий. Можно сразу добить. Ну,
Галя выпила сколько? 2-3 егеря шотов. Ну, представляешь, шот егеря? Он хорошо идет, на самом деле. В смысле, он крепкий алкоголь. Он всегда хорошо. Это, блядь, как чистую водку глушить. Да просто я... Мне было тяжело все равно. Потом мне мешало что-то легче. А я говорю, а вот Галя хочет егеря. И Галя, стоп, у тебя егеря, да? Да, mm-hmm. Так же было? Да, а ему 3 шота. А ей нет 3 шота. Но они такие легенькие, прям их вообще как водичка пилась. Что случилось? Ну пусть наушников будет господи. Девочки. Трэш. Ой, стакан прилип. Да п***! Ты где? Уходим. Отключай камеру. Блондинка в законе, шоу закрыто. Жень, компромат полный. Это уже личные съемки. Шоу закрыто, это архив. Показывай ч**, тогда, если это архив. Что случилось? Все хорошо. Точно? Все. Влог снимает. Жень! Ты закончил? Ты вот себя сними. Я тебя сейчас сниму. Кто в ванной? Никто? Никого. А где Сакина? Почему Сакина еще не спит? Женщина. Вамп. Хуй. Настя. Спать идем? Когда? А? Спать идем? Да. Когда? Сейчас пойдем. А ты меня будешь обнимать? Ну, если ты будешь храпеть, буду. Не. Все, пошлите, мне нужно снять линзы. Зай! Чё? Ты сейчас спать? Кто? Ты сейчас спать пойдешь? Нет, я линзы пойду снимать, еще умыться мне надо. Давай, как пойдешь спать, позови меня. Подруга, мои дни. Да нечего рассказывать, пока что. Ответь, это я расскажу. Long walking. Включаем музыку. Если спать не буду. Я... Угоманивайся. Настя, вырубай на всю. Вырубай все. Не слушай этих дедов. Я решаю. Вода падай ми. Нет. Женечка, как она называется? Просто веди Велокоста. Будет по-другому. Попку к стенке прижала. Еще раз повторяю. Пока я не злая, блядь. Ага. Раз, два, три, поехали. Прижала, говорю, с половины с моей. Убралась. Твоя половина и моя половина. Все. Твоя половина, конечно, я понимаю, занимает большую часть дивана. Все, свет выключай. Пощеголяй. Я маме твоей все расскажу. Я сейчас... Все уебать! Сейчас либо позже. Все? Сейчас. Дырка одного актера закончена? Можно дверь спать. Дырка... Сейчас поговорю. Ну вот закончился наш уикенд. Мы на сборах. Домой. Чемоданы пакуем во всю. А так неохота. Настя, конечно, выспалась, потому что и все. Жизнь охуительна. Минус 13. Если она в меру употребительна. У нас кофейная церемония. Вау.
Заряда. Всех сбор, девчонки, собираетесь? Ага. Давайте. Давайте, как всегда. Каждое утро я начинаю с йоги. Ты тоже? Да. Молодец. Смотрим, в каком состоянии наши хоромы. Насладимся последний раз этим видом. Все, вываливайтесь, я тоже сейчас выхожу. Пакетик. Кто-нибудь, да, прихватывайте. Готово? Небольшой причал. Перед поездом. Вкусно? Настя, вкусно? Я тоже говорю, вкусно. Давайте. У нас 6 вагонов впереди. Раз. Два. Девочки, три. Четыре. Пять. Ай. Мы пришли. Наконец-то. Да все хорошее. Да хорошее. Сидим мы в ресторане, заказываем картофель, и внимание нам приносит. Одну картофель. Чай у тебя жена, что ли, приготовит? Так, соляночка, булочка. Все, целую, обнимается. До свидания, приходите к нам завтра, приходите. Всего доброго. Мы рады вас видеть. Это как, что там, накатило, что ли? Как ты оцениваешь наши постройки тут? Шикарно. Шикарно? Короче, мы устроили тут тайное сообщество. Все позакрывали. Тук-тук. Шалаш. Да где, что-то тебя не видно совсем. Здесь еще шторка, смотрите, есть. Ух ты. Да, новую подкупил вчера. Ага, ну круто, прикольно. Ладно, спокойной ночи. Спокойной. Дверь закрыта, входите. Извините, а к вам можно в гости? Без стука не входить. Тук-тук. Извините, можно? Нельзя. Ладно, все, спокойной ночи. Спокойной ночи. Мы подъезжаем к городу Новосибирску. Утром я очень сильно замерзла, а вечером мне было очень тепло. Девочки, мальчики, всем спасибо за отдых. А у Насти сегодня день рождения, все знают? Все поздравили. Все поздравили? Да. Ну ладно.
чисто. Чисто еще не было. Подъезжает. До новых встреч!